В Елабужском институте Казанского федерального университета впервые состоялась церемония посвящения в профессии учитель. Студентов-первокурсников, будущих коллег, поприветствовал ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Профессия учителя – это основа всех иных профессий, поскольку именно к вам, когда вы получите дипломы, придете в стены школы, образовательных иных учреждений, люди передадут на воспитание, обучение и подготовку своих детей. Самое дорогое – то, что имеется сегодня у человека. Добрые пожелания прозвучали и от директора Елабужского института КФУ, заслуженного учителя Республики Татарстан Елены Мирзон. Учитель – это не просто слово, это не просто профессия, это творец человеческих душ. И представляете, что Всевышний вы допускаетесь до этой удивительно сложной роли. На церемонии посвящения студенты вместе со школьниками выяснили, каким должен быть настоящий учитель – добрым, внимательным, ответственным. Секретами профессии поделились почетные гости церемонии – заместитель председателя Государственного совета Российской Федерации Татьяна Ларионова, а также выпускница вуза, победитель республиканского конкурса «Классный руководитель года» Светлана Гурьянова и финалист всероссийского конкурса «Учитель года» Ландыш Гилязова. Хочется пожелать всем, кто уже учится на втором, третьем, последующих курсах, чтобы учеба приносила удовольствие и чувствовать себя востребованным в этой жизни уже сегодня. В финале церемонии прозвучал гимн учителю, первокурсники дали клятву. Данное мероприятие как бы породило во мне новые эмоции, новые чувства. Я понимаю, что я не зря выбрала эту профессию. И я думаю, что буду всю жизнь работать с учителем, потому что это одна из самых важных профессий. В этот день для первокурсников прошла лекция о профессиональном мастерстве педагога. Анна Глазунова, Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, Универньюз.